Георгий Черданцев и Константин Генич. На поле футболисты, все вместе. Это очередной матч чемпионата. Сегодня команда, которая на выезде берет очки по большим праздникам, пожаловала в гости к лучшей команде лиги по игре на своем поле. Судя по статистике, матч сегодня с предсказуемым результатом. Состав Манчестер Юнайтед. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Выигрывает борьбу у защитника. Чисто сыграно в мяч. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Манчестер Юнайтед атакует. Дош Санто Шавейру. Да, похоже, этот футболист, если и служил в армии, то точно не в артиллерии. Да, Георгий, промахи действительно бывают разные. Чаще всего их даже можно объяснить. Но вот в данном конкретном случае наука бессильна. Ну и техника, наверное, тоже. Шнедерле. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорошая передача. Харри Кейн! Какая досада! Так стремительно ушел в отрыв и не смог поразить ворота. Защитники словно застыли на месте и молча наблюдали, чем закончится этот проход в штрафную. К сожалению, подвела реализация. Да Сильва. Манчестер в атаке. Аут. Душ Сантуш Авейру. Ну что это за игра, защитник? Штрафный удар. Отсюда можно пробить. Это горчишник. Вполне справедливый. А стенка по шажочку, все двигается вперед. И так скоро покинет пределы поля. Хорошая подача, но защита на чеку. Шнедерле. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Может получиться интересная атака. Кейн. Защитник блокирует этот навес. Манчестер Юнайтед будет вбрасывать из-за боковой. Пас в штрафную. И прерывает защитник эту передачу. Шнедерле. Это может быть опасно. Великолепный пас. Это удар! Штанга! И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. И голкипер внимателен, сконцентрирован. Он в порядке. Это может быть опасно. Защитника просто... Есть шанс выйти вперед! Этот гол выводит их вперед в сегодняшнем матче. Ну вот так он почти в одиночку разобрался с обороной соперника. Индивидуальное мастерство, помноженное на техническое исполнение. Браво. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Эффектный пас. Точно в ноги партнер. Мяч ушел в аут. Тут может что-то получиться.
Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Кейн. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Удар по воротам. По каким воротам, Георгий? Тут в дальние дали какие-то мяч полетел. Минимально. Тренер Манчестер Юнайтед проводит замену. Это может быть опасная атака. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Какой удар! А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Перевес в счете, следствие перевеса в игре, инициатива, мяч, территория, количество опасных моментов. Все на одной половине поля, ну и следствие всего этого на табло. Это... такое же. Классик. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Атака остановлена, но кто получит мяч? И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Посмотрим за этой атакой. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Удар! Манчестер отправляет мяч в сетку. Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Замену проводит тренер хозяин. Посмотрим, кто покинет поле. Может получиться интересная атака. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Пошли последние полчаса игры. Поль Погба. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хет-трик. Прекрасная игра. Хет-трик оформляет игрок, и я думаю, на этом он не остановится. Его сегодня день, его сегодня матч. Поймал он хорошую волну. Он провел отличный матч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да, этот парень из тех, кто может решить исход встречи. Хороший момент. На месте. Перекладина играет за вратаря. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Судья назначил угловой. Опасно! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Пошли последние 15 минут. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Фил Джонс. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Сыграно жестко, но в рамках правил. Хорошая передача. Головой бьет он по мячу. Великолепный гол! Ну, теперь все скажут, какое у тренера чутье. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр.
Очень здорово сыграно. Увидел партнера, моментально выложил передачу и все. Плюсуйте единичку. Такие кроссы он исполняет просто как семечки щелкает. И думаю, что это точно не последний. Хорошая подача тут и отличная игра головой. Да, отлично. Опасно! И что это? Гол! Для вас играет артист больших и малых академических театров. Несомненно, он проводит сегодня едва ли не лучший свой матч за карьеру. 6-0. В теннисе сет был бы закончен. Ну, все идет, как и предполагалось, можно сказать, по плану. Да, так бывает не всегда, но они сегодня вышли на поле, чтобы побеждать, и пока им это вполне удается. Удар! Опасно! С сумасшедшим настроем действует игрок, и несколько эпизодов сам для себя подготовил. С таким настроем времени абсолютно для всего достаточно. Если позволят ему вот такие удары и в дальнейшем наносить, то он, конечно, забьет. Это дело времени. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Опасная передача. И как пробил. И на месте голкипер. Да, это совсем не точно. Итак, звучит финальный свисток. Побеждает Манчестер Юнайтед.